Я приехал в приют на Зорге для собак. Вот они все на меня смотрят. Вот ребята молодые убирают снег. Сейчас я тоже к ним присоединюсь. Собаки, конечно же, все очень добрые, маленькие. Приют не государственный. Раньше он был когда-то государственный. Очень много старичков, очень много разных собак. Все животные, конечно, милейшие создания. Ариша и Антон, добрейшие существа. Вот они все. Шанс, конечно, пристроиться минимальный. Вега Вилли. Вы хорошие. Привет, маленькие. Привет. Я бы хотел, чтобы все посмотрели на этих животных. Вдруг кто-то захочет себе взять этих песиков. Кого-то. Вы хорошие, хорошие. Собак очень много. Всех мастей. Любых расцветок, любых окрасов. Снега здесь действительно очень много, он затекает. Собаки фактически спят в лужах. Такой пес интересный. Ух ты. Ой, ты хочешь, чтобы тебя гладили. Ох ты, боже мой, боже мой, боже мой. Ой, какое существо. Наверное, девочка трехцветная. И вот эти вот, конечно, хорошие существа. Гриша и Антон. Хороший, Антон, хороший, хороший. Вот видите, уже начинает таять, а они здесь. Тара и Настя. Ты Тара или Настя? Привет. Вот маленький щеночек здесь. Подбрасывают очень много собак. Ты хороший, ты холодно, да тебе? Да, холодно, что делать? Я привез колбасы. Сейчас я пойду чистить снег. Конечно же, после красивого шереметьевского приюта это все страшно очень видеть. Но вот они, наши реалии. Я согласен, закон о защите животных нужен сейчас. Вадим вот уже начал. Благодаря Вадиму я приехал. Удивительная история знакомства с Вадимом. Вадим – отец троих детей. Вот ребята молодые. Пойду тоже покажу, попробуем почистить снег. Тоже возьму себе тележечку и потом начну работать. Вот здесь овчарки, ну, наверное, тоже метисы. Заметили, как они все молчат, когда мы здесь? Вот основное. Большое спасибо Наталье Троц, с которой мы вместе приехали. Вот Наташа уже начала работать. Кстати, ребята, вот все, кто откликнулся. Хрупкие девушки тоже помогают. Ну и я сейчас тоже буду браться за лопату. Привет, как тебя зовут? Петя. Петя, давно здесь уже приехал? Первый раз? Да, первый раз. Ну и как? Нормально. Да ладно, прям нормально, так позитивно? Да. Наш парень боевой, спортсмен. Спортсмен? Как, спортсмен. Какой спорт? Футбол. Да, ты что? И стрит-воркаут. Ну, вот здесь вам стрит-воркаут. Круче не придумаешь. Ладно, я не могу уже из соображений этики не взять лопату в руки. Ладно, всем доброго дня. Присоединяйтесь, приезжайте в этот приют. Это улица Зорге. Пока приют не переехал, попробуйте сделать добро. Не бойтесь делать добро. Делайте добро вместе с нами. Новая фраза, которую я стараюсь говорить. Не бойтесь этого делать.